На Хабар-24 новости в студии Гульнара Жандагулова. Здравствуйте. 2830 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Казахстане за минувшие сутки. Больше всего заболевших с положительными результатами ПЦР-тестов в Алматы, Нур-Султане и Алматинской области. 682, 498 и 246 случаев соответственно. Меньше всего заболевших в Кустанайской области – 28 человек. Всего с начала пандемии в стране подтверждено свыше 306 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Напомню, пока в нашей стране иммунизация населения проводится только спутником ВИ, препарат двухкомпонентный. И вот сейчас вы видите точное число казахстанцев, привитых первым компонентом вакцины. Их 878 тысяч 67 человек. Лидирует по темпам иммунизации Алматы. Там на сегодня привили почти 177 тысяч человек. Отстает от Атырауская область, где первый компонент пока получили больше 15 тысяч человек. В России зарегистрировали первый экспресс-тест для вакцинировавшихся от COVID-19. Разработка эффективна после вакцинации спутником ВИ. Ее создатели надеются, что тест поможет привившимся убедиться в наличии поствакцинального иммунитета. Первый зарегистрированный в России экспресс-тест на наличие антител к коронавирусу после вакцинации был создан в Сколково. Его создатели уточняют, что тест отвалидирован под спутник ВИ. Провести его можно даже в домашних условиях. Результат через 15 минут. Достоверность, согласно исследованиям, 96%. Количество антител тест не покажет, но покажет их наличие либо отсутствие. Его можно сделать до вакцинации, чтобы определить, есть у тебя остаточные тела после болезни или уже можно вакцинироваться. После вакцинации, чтобы понять, что защита все-таки образовалась. И, соответственно, через какое-то время, потому что никто из нас пока не знает, сколько будут действовать вакцины, понять, сохранился ли титр для того, чтобы понимать, ревакцинироваться или нет. Создатели вакцины «Спутник ВИ» пока не могут сказать сроки, как долго будет сохраняться иммунитет после прививки. Сначала его продолжительность осторожно оценивали в 2 года. Сейчас Центр Гамалея озвучил предположение, что вакцина, возможно, действует бессрочно. В ситуации, когда об этом точных данных нет, такие тесты позволят эффективно оценить популяционный иммунитет. Можно быть большое количество населения, очень быстро им охватить, потому что особых каких-то условий проведения не требуется, оборудование – это все дешево. Вот, соответственно, мы можем понимать, как вообще продвигается прививочная программа. Сейчас это порядка 2 миллионов тестов в месяц, но это все масштабируется. Тем временем Минздрав России заявил, что коллективный иммунитет от коронавируса в стране планируется сформировать уже не до начала осени, как заявляли ранее, а до августа. Дана Нуржан, Шахзод Гамиров, Россия, Хабар-24. Германия продолжает бороться с третьей волной пандемии. На неделе в стране регистрировали свыше 30 тысяч новых случаев за сутки. Число инфицированных практически не снижается, а в некоторых регионах ситуация даже вышла из-под контроля. Именно по этой причине в 325 городах и округах Германии накануне был введен комендантский час. Среди них Берлин, Гамбург и Потсдам. Жителям запрещено покидать свои дома с 10 часов вечера и до 5 утра. В случае нарушения правил грозит штраф. Сумма в каждом регионе разная. Например, в Кёльне за нарушение комендантского часа могут выписать 250 евро. Помимо этого действуют жесткие ограничения на массовые сборы. Встречаться можно только с одним человеком. Кроме того, в регионах, находящихся в красной зоне, закрыли непродуктовые магазины, а школьники будут вынуждены снова продолжить обучение дистанционно. Я считаю введенные меры приемлемыми. Думаю, что их можно было ужесточить. Тогда локдаун быстрее закончился. Что касается комендантского часа, ничего страшного. Вечером можно, как обычно, выйти на прогулку, но только одному. В принципе, все эти ограничения не сильно повлияют на нашу социальную жизнь. Конечно, мы скучаем по нормальной жизни, но все же считаю, что эти ограничения нужны. По поводу комендантского часа я еще не знаю, какие именно будут действовать правила, но все остальные меры мне ясны.
Одна из самых востребованных выставок проходит в Корее. Там представили продукцию, которая помогает защититься от коронавируса. Это маски, фильтры, экспресс-тесты на наличие COVID-19 и многое другое. Их разработали 137 южнокорейских компаний, которым для того, чтобы выжить, пришлось перепрофилировать свой бизнес. Ассортимент антивирусных товаров изучил наш корреспондент Сеула Владислав Цой. Из-за коронавируса ограничено посещение выставок, но это, пожалуй, самое безопасное. При входе сразу несколько тепловизоров показывают температуру, а этот прибор дезинфицирует одежду. Здесь у нас представлены различные маски, в некоторых из них легче дышать и не болят уши. Есть маски с изображением флагов и популярной корейской группы. В этом отделе распылители антивирусной жидкости. Одно такое устройство обеззараживает помещение площадью 300 квадратных метров. Есть мини-оборудование для дезинфекции автомобиля. А этот распылитель превращает обычную воду в водородную, которая способна убивать все бактерии и вирусы. Его секрет в фильтре из белого золота. Работает он на батарейках и при полной зарядке способен обеззараживать помещение в течение 2-3 часов. Этот фильтр предназначен для кондиционеров. Если прикрепить его, он очищает воздух в помещении. Он получил признание в Америке и Японии. В Корее его используют в школах и общественных местах. А этот материал способен дезинфицировать тело человека. Выглядит как обычная ткань. Но если надеть его, то можно не носить маску. А этот стикер реагирует на повышение температуры тела. Если она больше 37 градусов Цельсия, то стикер меняет цвет. Все компании, которые присутствуют на выставке, раньше занимались другим бизнесом – торговлей, логистикой, производством. Из-за коронавируса изменили направление. Даже если хотят заниматься традиционным бизнесом, из-за того, что большой спрос на антивирусную продукцию, не могут заниматься прежней работой. С помощью этих приспособлений можно самостоятельно взять образцы из носа и отправить в больницу. На следующий день придет ответ, есть ли в организме коронавирус или нет. Можно даже обойтись без врачей. Этот экспресс-тест на коронавирус позволяет узнать результат в течение 20-30 минут. Точность анализа 93%. Всю представленную на выставке продукцию южнокорейские компании готовы производить за рубежом, в том числе и в Казахстане. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, Южная Корея. Сразу 5 многоквартирных домов планируют построить до конца года в городе Степняк, где проживают 4000 человек. Жилье возводят по государственной программе «Нурлы жер». О строительном буме в Акмолинской области в материале Кристины Алмасказа. Жайнар Ахметова – педагог с 12-летним стажем. После рождения 4-го ребенка женщина встала в очередь на жилье. И уже через полгода семья отпраздновала новоселье. Счастью нет пределом, признается многодетная мать. Почти 6 месяцев мы ждали квартиру. Буквально перед праздником Наурыз мне, как многодетной матери, вручили ключи. И теперь наша семья обрела собственное жилье. Мы так благодарны. Сейчас в городе ведется строительство 21-го квартирного жилого дома. Заветные ключи получат сироты, многодетные мамы, матери-одиночки, инвалиды и пенсионеры. Стоимость проекта 200 миллионов тенге. Трехэтажный дом планируют сдать в эксплуатацию осенью. Работы на сегодняшний день ведутся согласно графика производства работ. Отставаний никаких пока нету. Срок сдачи до конца августа текущего года. Данный дом состоит из 21 квартир. 9 квартир, это получается трехкомнатный. 9 двухкомнатные и однокомнатные 3 квартиры. По словам представителей местной власти, в этом году начнется строительство 5 многоэтажек. Кроме того, в ближайшие годы планируют построить еще 6 36-квартирных домов. Таким образом, в течение нескольких лет собственное жилье обретут 350 человек. Кристина Алмасказа, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, Хабар 24. Мини-завод на дому развернул сельский изобретатель в Туркестанской области. Мужчина вручную собирает различные дробильные установки и станки для производства кирпича. Самодельное оборудование, облегчающее труд в сельском хозяйстве, мастер придумывает сам. Уникальные разработки сельского умельца пользуются большим спросом у местных жителей. Рауль Габитов расскажет подробнее.
Простое, на первый взгляд, приспособление выполняет сложную функцию. Нарезает и расфасовывает корм для скота. Его бибичелек Аликул собрал дома. Такой аппарат, говорит мастер, частично избавит крупные фермерские хозяйства от физической нагрузки. Ну, травинка. Этот прибор цепляется к трактору и работает за счет его энергии. За один час он может промолоть до 3 тонн корма. Теперь мы с отцом начнем собирать такой же аппарат, но который будет работать на электроэнергии. А вот дробильный аппарат, который перерабатывает пшеницу в корм. В любом ауле много скота, поэтому такая услуга здесь пользуется большим спросом. За счет этого дело Бибичелека Аликула набирает обороты. А станок для производства кирпича – еще одно его творение. Еще мы собираем небольшие грануляторы для изготовления комбикорма. За ними к нам часто приезжают любители рыбалки. Все приборы я разрабатываю сам, чертежи придумываю. Работать мне помогает сын. Сырье для своих разработок Бибичелек берет в пунктах сдачи металла. Не только потому, что дешево, но и потому, что старый материал обычно прочнее нового, аргументирует изобретатель. Рауль Габитов, Ерболат Абишев, Самат Нагашпекула, Хабар 24, Туркестанская область. Учитель русского языка и литературы Есемея вошла в десятку лучших педагогов страны и стала номинантом премии «Учитель мира». Мейрамгуль Жанаспаева имеет 30-летний стаж работы и высшую квалификационную категорию. Именно она разработала программу, объединяющую учебные предметы с экологией. При ее активном участии учебное заведение получило звание «Лучшая эко-школа республики». А в прошлом году Мейрамгуль Жанаспаевой была присуждена национальная премия «Учитель Казахстана 2020. В случае победы в международном конкурсе она получит награду в размере $1 000 000. Вот одной из целей национальной премии «Учитель Казахстана» и глобальной премии «Учитель мира» является именно повышение престижа профессии учителя. Один в поле не воин. Это заслуга всей школы, это заслуга всех учителей. Потому что мы все работаем над этим проектом. Школа – это именно то место, где дети формируются как личности. И мне очень важно, чтобы они где-то не поломались, не сломались, чтобы они были стойкими. Клубнику на 10 гектарах высадили в Курдайском районе Жамбылской области. В регионе этот вид ягод в таких объемах будут выращивать впервые. С применением технологии капельного орошения аграрии намерены получить до 300 тонн ягод в год. На поле активно применяют сорт «Альбион», завезенный из Турции. Ягоды очень крупные и обладают лечебными свойствами, говорит фермер. Растения цветут с весны до глубокой осени. Для ухода также используют турецкую технологию. Во время сезона на поле трудятся до 100 человек. Сейчас площадь клубники намерены расширить. Дополнительно заказали еще 300 тысяч корней рассады. Готовую продукцию намерены реализовывать в Нур-Султане и Алматы. Еще в этом году мы заключили договора с односельчанами. Значит, у кого 5 соток, у кого 10 соток. Значит, эту технологию мы будем переносить на дом. Для чего? Вот на дому сидят домохозяйки, есть многодетные. Если 5 соток даже каждый дом будет иметь, это вот эти 5 соток при хорошем урожае, при хорошем уходе обеспечат полностью семью ежедневную, то, что расходуют на продукты питания, на мелкие расходы, они себя полностью обеспечат. В Таиланде полиция продала с аукциона 6 котов, конфискованных в ходе рейда. Животных изъяли в марте в доме женщины, которую подозревают в причастности к наркотрафику. Сама она сбежала еще до прибытия полиции. Бывшие владельцы дали 30 дней на предоставление доказательств, что коты приобретены не на доходы от наркоторговли. Однако она не воспользовалась этой возможностью. Все четверолапы отправились в новый дом вместе. Владелица заплатила за них больше $3 000. Необходимую сумму собрали ее подписчики в социальных сетях. И на этом все. Всего доброго и до свидания.